Так, ребята. Здорово, Серег. Всем приветик. Это Денис. Здорово. Денис кто-то дал пизды, он фингал под глазом, да? Два, ёпты, ну что здесь, нахуй. Понятно. Давай третий сделаем. Туфли у тебя, смотри. Так, ребята, сегодня, короче, с утра заезжаю к Саньку. У Санька дома отец. Его. Заставляет Санька убираться, выносить бутылки, да? Сколько, блядь, 5 пакетов вытащили. В общем, я чувствую, ему надо тебе почаще заходить, да, Санек? Да, раз в год хотя бы. Ну, в общем, это, блин, первый раз твоего отца увидел, такой серьезный какой-то он, блядь. А он тебе что вот говорит про то, что у тебя там дома, блядь, мусор столько, таракан бегает, он тебе что по этому поводу говорит? Купил мне тоже, а таракана хуй не привез. Он тебе привез? Че он тебе привез? А я типа гель нахуй, блядь, такой, блядь. А, как у этого, Игорька, что ли, там был намазан? Ну, а я ебу, какой там у Игорька был намазан, нахуй, блядь. Может, там обдорочил, нахуй, блядь, я ебу, что, блядь. Понятно. В общем, здравствуйте, друзья. В общем, как бы не было холодно, но ролики снимать надо, да, Саня? В общем, я тебя хотел спросить. Вот ты в тот раз, когда червяка ел, когда мы вчера с тобой снимали, да? Как? Не, позавчера. Позавчера? Да. Вчера. Нормально все, отошел? А то все... Да, бля, я только пропоносился, нахуй, бля. А с чего ты... толчка, нахуй, а с чего ты поносился? Ты червяков не съел нихуя. С чего ты поносился-то? Ты червяков не съел, ты съел, я блядь. Я их прожевал зато. Да что ты, ну ты их пожевал и выплюнул, блядь. Мне, а, и мне парень писал. Это, не, типа не ты, ну как, что ты червяком, ты помнишь, ты блевал же, да? Ну. Что ты, блядь, не ты блюешь, а ты червяков заблевал, говорит, что, ну, ну понял, а да? Не сдохли аж нахуй под блевотин. Ну вот, блядь. Твои блевотины, червяки подохли не от того, что ты их там что-то жевал, а от блевотин. Ты вообще ничего не ел, бля, проблевался нахуй. Да, ну потому что, блядь, ну это, смешно, ну, блядь, как ты, что назад у тебя вылазит. Это, что сегодня, знаешь, что будем делать сегодня? Чего? Ну, я откуда знаю. Ну как, вообще догадочки есть какие-нибудь? Слушай, ты человек непредсказуемый, нахуй, блин. Ты, у меня догадок никаких, блядь. Понятно. Ну сейчас купаться, покажешь. Бля, холодно, ты чё? Купаться? Нет, ты чё, ебанулся. Денис, а ты в такой погоде искупался бы? Ну да. Искупался бы? А и чё, привыкать, нахуй, меня 1 декабря, нахуй, вытаскивал, нахуй, ёпта, ну давай. В ватных штанах был, ёпта. Ну давай завтра, если будет вот погода вот такая вот, сможешь искупаться? Да. Ну недолго, естественно. Ну прям быстро зайти, окунуться и выйти. Ну да, ёпта. Сможешь, легко. Ну, нелегко, но смогу. В общем, ребята, напишите в комментарии под этот ролик, если вы хотите увидеть, как вот в такую погоду уже как бы снег, все в куртках. Если хотите увидеть, ну, по сути, мы еще купальный сезон не закрывали с Саньком, но я думаю, тебе закрывать уже его поздно, потому что вода пиздец какая леденючая. Нормально, я льдом нахуй, как морж нахуй, бля, буду прибивать, бля, головой нахуй, лед пробью, бля, ёпта. Ну, в общем, если будет завтра вот такая уже погода, ребята, в общем, мы снимем купание. Посмотрим, как это все будет выглядеть. А, еще, Санек, я хотел спросить. Давай, может, организуем ролик «Выживание 24 часа в лесу». Зимой. В такую погоду. Как ты на это сможешь? 24 часа в лесу сможешь? Литра 3 водки, все нормально. Ну, в принципе, да, если только так. Нет, ну, по минималке с тобой возьмем, там, спички. Ну и теплую одежду и все. Спички, литр водки. Ну, короче, понятно. Ладно, давай сейчас показываю, что я сегодня взял. Сегодня, Санек, ничего такого жесткого. Сегодня достаточно задание для тебя легко будет. Это, в общем, короче, банка варенья. Тебе надо ее съесть. Только как открывать будешь, я хуй ее знает. Может, зубами, нахуй. Может, еще чем. Банка варенья еще. А воды нет, нихуя. Есть вода. Вода тоже полезная. Так что с горных рек, нахуй, и так далее. Откуда, да шучу я, давай, бля, жуй. Вот. Я у тебя зубы, бля. Как крокодил. Тихо, блядь, стекло. Пиранья, пиранья, бля. Хуй отдаешь. Тихо, 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 чуть за пазуху себе не налил. В общем, ребята, смотрите, что сегодня делаем. Саньку надо эту баночку варенья приходовать и выпить сок. Какой, я тебе покажу. Полезный. Я даже, по-моему, видел. Да, ты видел. Может, ну, не знаю, видел, не? Не, ну темный какой-то, видел. Да, да. Больше похож на гранатовый. Ну да, да. Ну ты угадал. В общем, ну, давай сок доставай нафиг. Ну ща, давай, выпивай банку варенья и гранатовый сок выпьешь. Для твоего желудка полезно, сейчас мы тебе там
витаминчик. Полезно, бля, полезно продрестаться, нахуй. Да ладно, с этого дрестаться, у тебя со всего, бля, дрестаться. Как варенье, скажи? Нормально? Вкусненько? Лучше, чем червячки? Да хуй его знает. Червячки попизже, по-моему, да, были? Сытнее, нахуй. Бля, сладкой, сука. Бля, с водой бы разбавить. Бля, мне проще 0,5 водки выпить, нахуй, блядь. Да это понятно, что тебе проще 0,5 водки, но кто тебе даст 0,5 водки? Ну, чекушку я уже выебал сегодня. Ну, молодец. Перед батей, что ли, пока батя не пришел, да? Да, и этого, да. Вкусный хоть, скажи, на вкус. Угу. А? Охуенный, типа, блядь. Что-то я пью, нахуй, я, блядь, от водки не пьянею, нахуй, блядь. Да, не пизди, давай, жуй. Да. Я уже пить хочу, нахуй, мне так сушняк долбит, блядь. Варенье, нахуй, блядь. Давай, давай. Баночку, блядь, это, блядь, наоборот, по кайфу, нахуй. Угу. Чего? У меня же чуть ноги аж подкашивают. О, блин, на пиздобот. Вон, иди на диванчик присядь, вон туда. Бля, так сираться нечем, нихуя. Чё? Чё нечем? Сираться нечем, еще на диванчик на. Я тебе порошок подгоню завтра. А хуй толку от этого порошка, нахуй. Порошок-то у меня есть, блядь. Машинки нет, нихуя, блядь. Ну ручками, блядь, ванной, нахуй. Да, если там вода была бы, нахуй, блядь. Понятно. У меня Танюха, где его, ёлки, шмотки мои замочила. Дня, наверное, 4 назад они до сих пор замоченные в ней лежат. А чё же она их не стирает-то? А её даже дома нету, я сейчас заходил к ней. На, пизду, помогай, бля, Не, Санёк, это для тебя. Да и пить уже хочу, бля. Ну, пить хочу, давай выполняй. Помогать нельзя. А то в последнее время пишут, что ты в конкурс начал лентяничать, Санёк. Да чё не выполняешь, да? Да ладно. Хули ладно. Так оно и есть, ёпта. Не знаю, все, блядь, только мне приветствуют нахуй. Чё? Приветствуют нахуй. Не, ну приветствуют тебя, приветствуют. Ну давайте дам это, сок пока гранатовый. Такой вот гранатовый сок. Я не знаю, настоящий там гранат, либо там еще какой-то левый, паленый, там, не знаю. В общем, вот такой вот сок гранатовый. Он может быть, кстати, тоже этот, как ее, сладкий, так что, ну так все, для справки. Денис вон там пошел, походу, в туалет пошел. Ох, вкусняшка-то, да, Саня? А то в последнее время все, знаешь, что пишут, Санек? Что-то, Санёк, ну, типа, одни червяки у нас в конкурсах. Я барыш. Да, ты что на это скажешь? Что я скажу? Ничего я не скажу. В смысле, я ничего не скажешь? Невкусный, я не нахуй. Ну, понятно, дело, что невкусный. В общем, ребята, по поводу конкурсов, вот, с червяками, с опарышами, я говорю вам, не повторяйте. Мы профессионалы, мы знаем, что мы делаем. Да, Сань? Ага. Бля, чё ага-то, ёпта. Хуя у тебя какой ноготь длинный, бля, пиздец. Где? Во, ёпта. Это ещё не длинный. Не длинный? Нет, косточки можешь выплёвывать. Кстати, как сок. Вкусный? Бля, вкуснее, чем варенье, нахуй. Да? Ну я сегодня вот думал, что отснять. И подумал, то, что надо какой-то полезный конкурс снять. Вот что-то увидел банку варенья, думаю, блядь, надо баночку взять и какой-нибудь сок тебе купить. Чтоб прям, ну, отдохнул ты от червяков. Я просто, блядь, сладкое, я тоже так, блядь. Сладкое ты не любишь особо. Нет. Ты любишь спирт, нахуй. Да, и воблу, нахуй. И воблу, да? Понятно. По банке уже пиздячил, нормально. Санёк, тебе вот организму надо витамина, понимаешь?
Витамины. Вот сейчас вот в варенье витамины, в соке витамины. Плюс ты еще литр опиздячил, ты говоришь. В желудке витамин, не литр, а чекушку. Ёпка, чекушку? В чекушке сколько там, 0,5? 250. 250? Литр. Если литр отпиздячил, нахуй, ты меня сейчас хуй увидел, нахуй. Вот когда тебе, во сколько тебе твой отец-то пришел? Вот буквально вот перед тобой, нахуй, блядь, за минут 10-15. И что он пришел? Говорит, все, вставай, пизду, убираться будешь? А ты ему что? Че, ничего, говорю, блядь, бери веник, подметай, нахуй. А ты не хотел убираться, да? Ну, бля, мусор один хоть пришел свой таскивать. Сколько, блядь? Не мутюкался он у тебя, не? 4, 5 пакетов, нахуй. Не мутюкался он у тебя? Че? А че он будет на меня мутюкаться? Ты же сам довел, да, до такого состояния меня? Что я бухаю по-жесткому. Да, Санек? Вставай с коточек, хули ты на картах сидишь. А у меня прыщик такой. Проще? А ты куда ходил? Да так, прошел, посмотрел, может металл где валяется. Обоссался нахуй, не могу там, блядь. Давай, жуй. Бля, все грожа, обоссал нахуй, металл насмотрел, блядь. Слышь, Санек, а давай с тобой замутим, знаешь, какой конкурс? Облиться, короче, вареньем нахуй. В такую погоду, нахуй. Нет, смотри, к примеру, вот ты стоишь, плохую одежду одеваешь, у тебя вон по усам текло все. Это, вот смотри, вот ты стоишь и прилипло. Сейчас поезд пойдет, ребята, то шумит. Санек, ну ладно, пей, сейчас скажу. Кушайте печенье сюда. Опа, печенье у тебя сколько? Сачок, сачок. У тебя что, шапки нет? Хули ты шапку носишь? Уже холодно, ёпта. Есть. А хули ты шапку, кепку носишь? А я не знаю, где она. Шапка? Так, ребята, в общем, Санёк выпил полбаночки. Сейчас я вам покажу. Вот столько вот выпил. Но это еще сейчас он будет пить. Санек, смотри. Вот что к тебе хотел сказать. Давай, короче, в следующем ролике, смотри. Вот ты стоишь, короче, одетый. Я тебе приношу банку варенья, нахуй. Ты открываешь куртку и за пазуху хуячишь. Как тебе? А потом иди и мыться, нахуй, ёпта, блядь. Помнишь, как ты в ботинке наливал сгущетку, нахуй? Что-то типа того. Да, потом, блин, ботинки просто выкидывают там. Нет, их мыл потом, не пизди, ты в них ходил. Черные вот эти. Да, кроссовки черные. Ну что, как ты думаешь? Чего? Конкурс такой замутить. Ну есть только дома, нахуй. В смысле дома? Ну дома, в квартире, блядь. На улице что? Да я ебал, урод, блядь. Был бы, нахуй, май месяц, нахуй, блядь. Хули ты вот куртку раскрыл? У тебя грудь, блядь, торчит. Вот хули ты тут трясешься, стоишь и куртку раскрыл, блядь. А чё мне а вот так нахуй закрыть, что нахуй, ёпта, блядь. И задушиться нахуй это, блядь. Хули, блядь. Ладно, на банку пей, блядь. Заебал ты стоять, ботать. На. Запом, хуя и всё. И косями проблеваться, нахуй, блядь. Вишневое, что ли, варенье? Ну да, да. Ну, попробую. Ты ешь, как будто там, блядь, я не знаю, какой-то жир там, блядь, рыбий, там еще что-то. Да я лучше рыбий жир бы выпил, нахуй, ёпта, блядь. Я не люблю сладкое, блядь. Пиздец, ничего не предложи, нахуй. Ну чё, как? Вот тот раз я рыбий жир выпил, баклажечку эту нахуй. Нормально, бля. Нормально, ты-то, по-моему, говоришь, что он пиздец какой жесткий. Нормально. Нормально, а если эти литры, блядь, возьму, это рыбий жир? Давай еще 3-литровую банку, нахуй, блядь. Точно тебе по носу ебать светит.
Да и мне кажется, не на полчаса, нахуй, там, блядь, на дней 30, нахуй, я с толчка не слезу, нахуй. До конца его. Кстати, смотри, Санек, вот у нас в последнее время разнообразие. Рыбий жир, там, червячок, там, мотылек. Боельца, сачок, блядь. Вот целый ассортимент витаминов, Саня, блядь. Чего? Пизду, блядь. Не, варенье тебе по-любому надо доедать, Санек. Можешь пока сачку попить. Ты ягоды можешь не есть, ты ягоды можешь в рот брать и выплевывать. Но главное, что... А ты можешь не есть, только брать и выплевывать там. Тебе главное выпить жидкость, а ягоды это такое. Сачка добавь туда, слышь? Mm-hmm. На туре. Размешай, так будет легче тебе пить. Давай добавим. Давай. Смотри, вот сейчас вот размешаешь, нахуй. А куда ты, блин, ты хочешь, блин, захлебнулся, нахуй, блин? Не, ну ты размешай банку-то, ёбану. Чем пальцем, нахуй, или хуй, блин, нос засунь, ёбану, вот. У меня маленький, он курнулся, нахуй. Чё, ты хочешь палочкой, что ли, размешать? Ну грязная, ёбану, вот, Санёк. Да хуй с ней. Правильно, толще, чё там, больше грязи, толще морда, да? Шире. Вот, заебись. Сейчас вообще пойдет как к себе домой. Что, дрисать пойду за гаражей, нахуй. Как к себе домой, нахуй, на туре, блядь. Ой, как хорошо. Да? Охуеть. Уже ссать хочу, нахуй. Блять, да ты толком мне что не выпил и не съел, нахуй. Давай еще разочек. Как раз там вся с радостью идет. Все, еще. Куда? Еще раз мешай. Я тебе что, блядь, морж нахуй, блядь. Где, только немного, Денис. Чуть-чуть там попробуй. Заодно скажешь, как сок. Блин, прикольно. Вкусный? Да, вот это прикольно. Такой кисленький. Нормально. Вкусный, да? И это, что хотел спросить? Вы видите вот этого Мишу, блядь, вот этот? Хлюпика? Да. Нет, он пропал куда-то вообще без вести. В смысле, блядь, пропал нахуй? Ну вообще его никто не видит. И меня тоже про него подписчики спрашивают, где он есть его, блядь, ну, своих чаев в твоих роликах. Я слышал, что он живет где-то на Калинина. Живет? Да. Блядь, его... пизду сейчас басусь. Ну иди посы, потом придешь. То ли у мужика у какого-то, то ли у бабы какого-то. Какой-то. Он, так непонятно. Но я его не вижу, давно уже не видел. Наверное, с месяца полтора его не видел. Потому что у меня подписчики пишут, где Миша тоже, типа, Санек, что-то не видно, его не видно, блядь. Не знаю, представления не имею. Я даже не знаю, где на Калинина. Что с КамАЗом? Уехал с концами. У меня его, кстати, номер есть, можешь позвонить? Можно попробовать. Ну, кстати, дашь мне номерок. Сказать, КамАЗ. Ты мегафоновский или билайновский? А я не знаю, какой номер, ты С1 давал какой-то. Билайновский, наверное. Понятно. Он уехал вот в Курды, говорит, я поехал за УАЗиком, ну, за своим, за этим, за патриотом. Который спрятан. Да, да, да. И все, и с концами, короче, не УАЗик. Понятно. Не а что еще хотел спросить? Ты вот Ступин, знаешь, где вот люди вот там бездомные обитают, вот так вот? Везде. В смысле, блядь? Ну, везде, по Ступин. Нет, ну вот где вот, чтобы прям именно на улице где-то ночевали. Да нет. Не знаешь такого, нет у нас таких мест. Просто к зиме просто можно было. Все по квартире. На вокзале, да. На вокзале? Ну они внутри самого вокзала, но внутри вокзала это не то. Надо, чтобы вам были бы именно на улице, чтобы мы поехали там вещей дали, блядь. Внутри вокзала, когда там возможно по времени. А потом уже, бля, после 11 или 12 не надо. Нет, он в 2 часа ночи закрывается, с 2 до 4 вокзал. Они уже на улицу выходят, нахуй. Ну, 2:15 последняя электричка приходит и все. Ну просто я вот в тот раз даже сам на вокзале был, там вот смотришь, нет никого, ёбаный. Может, выходят, гуляют, банки собирают. Их не выгоняют с вокзала? Нет. Ну их там есть-то, может, человека 3, наверное, да, их там 2-3. Понятно, просто вот хочу, ну, думал, что у нас такие вот люди есть, поехать там, помочь там, вещей там дать, едой помочь. Я никто просто даже не знаю, где. А? Мне бы кто-нибудь еды, по-моему, бля. Бля, ну Санек, ты это ты, у тебя есть и одежда, у тебя есть дом. А вот людей ни дома, ни одежды, ничего нет, ёпта. Скоро уже не будет. Да, она нахуй, все у тебя будет, у тебя вон батя есть, за тебя заступится.
Че? Заступит. Слышь, что? А вот ты мне скажи, твой отец знает, что ты в моих роликах снимаешься? Че? Я говорю, твой отец знает, что ты в моих роликах снимаешься? Ну, я ему говорил вообще, блин, но он не смог. Не смог, понятно. Ну, потому что мы тебя... Вот эти кроссовки, допустим, я тебе покупал. Куртку тоже я тебе покупал. Короче, ты вот, по сути, одетый, вот то, что я тебе покупаю, нахуй. Все. Ну, покажи. Ну-ка, стой, там вот это чёрт, жидко, чё это? Чё это жидко? Чё жидко, бля, я ебу, чё это жидко. Давай. Ну, в принципе, ребята, все. Там остались одни ягоды. Ягоды выкидывай, баночку, если тоже надо забирать себе. Да банок и нахуй. Ну, поставь пока вот сюда, сейчас мы... Всё, у тебя остался сок чуть-чуть. Поставь пока банку сюда. Вот, на. Допивай сок и все, и на этом ты выполнил сегодняшний легкий конкурс. Это был легкий конкурс, реально. Мне проще мотыля сожрать, нахуй, бля, ёпта. Мотыля? Вот ребята, смотрите, когда я подаю ему легкий конкурс, он мне, блядь, втирает про мотылей и опарышей, блядь. Когда я ему даю мотылей и опарышей, блядь, он мне говорит, блядь, что ты говорил в тот раз? Типа, чё? Типа, что ты раз говорил? Типа жестко или что? Я такого не могу говорить. Не говори. Для тебя вот смотри, Санек. Вот подписчики пишут, вот когда ты ешь червей и опарши. Слышь, что, Саня? Подписчики пишут, когда вот ты ешь червей и опарши, что это жестко. Ты как скажешь? Жестко вот для тебя съесть червяка, бля. Не, мне жестко проблеваться после него, нахуй. А съесть нет, не жестко, да? Санек. Хорошо пошел. Нормально? Бля, я 0,5 водки, бля, выпил быстрее бы, нахуй. Понятно. Фу, бля. Сигареточку, да? Ну чё, как, легко тебе далось? Тяжело? Я говорю, я сладкое, блядь, не перевариваю, блядь. Понятно. Ой, бля. Горько и переваривает. А ты где живешь сейчас, Денис? Да у меня в трех местах, в четырех. Короче, ты как кочевник, да? Типа того. Кочуешь нахуй туда-сюда. Я то у Сани, то у Ромки, то у Таньки, то у... Короче, знаком. Да. Понятно. В общем, ладно, ребята, вот такой вот получился ролик. Надеюсь, вам понравился. Вы поставите лайк. Телефон делался. Какой? А, кстати, Денис, я Саньку давал Nokia телефон, то у него телефон этот не пиздил? Нет, вот у меня телефон. У меня у самого, когда пизды дали, мой забрали, вот этот сенсорный, тем более нахуй мне нужен был, мне сенсорный телефон. То, блядь, у него вот Nokia телефон спиздил. А, кстати, слышишь, Санек, тебе там вот... Там же у тебя есть тебе алкотельки. Же... Хуельки. Алкотельки, ёпта. Хуельки. Я тебе давал. Слышишь, Санек, а к тебе же еще Игорёк захаживает, а Игорёк не мог пиздануть, нет? Куда он захаживает? Ну, блядь, частенько он к тебе захаживает в последнее время. Слышь, что? Саня. Не мог? Блядь, дай зажигалку. Не мог у тебя пиздануть телефончиком, не? О! Слышь, что говорит? Не мог пиздануть телефончиком у тебя? Когда у меня частенько заходит, хорош тебе. Это я к нему больше захожу, нахуй, чем он. Понятно. В общем, какой-то человек хотел с Беларуси отправить тебе три телефона. Таких вот каких-то стационарных. С поводом, блядь. Дом подключил, нахуй. И пошел, блядь, по всему городу с проводкой, блядь. С удлинителем, нахуй. Да, с удлинителем. Вот эти, знаешь, как у электриков, бобины вот эти, которые крутятся. Идешь и раскручиваешь. Какая нахуй алкотельку? Вот эти, что ли, блядь? Да. Покажи. Который слепой, нахуй, не работает, нахуй. Я так для понта его таскаю нахуй, блядь. Для понта? Суши, блядь, ёпта. Выкинь его нахуй, прям сейчас пизду. Санек. Там зимку сначала достать. Знаешь, Санек, а вот смотри, если, допустим, ты поставишь ногу, а я на нее на машине наеду, нахуй. Как тебе? Только сейчас в голову пришло. Хуя какая-то, чё? Ну так, слегонца чуть-чуть наеду, как? Тяжко будет? Нет, почему? На меня уже наезжал так. Кто? Машина. И чё? И по грузчику наезжал. Ну я, правда, металлические эти, блядь, были. Ставки нахуй.
А так еще вот в кроссовке вот сейчас вот. Да хуел нахуй меня, блядь. Че будет? Пизда будет, блядь, правильно сделал. Ключ обычно езжала машина. Не должно делать. Я не помню, он на светофоре шел, Миш-то? Короче. Да, ебать, ему машина по ногам проехала, он упал, нахуй. Ноги вот такие, как у медведя стали, бля, ебать. Понятно. Блин, ветер что-то подул, иди сюда ближе к гаражу, Санек. Пальцы, по-моему, поломало ему. Ладно, короче, ребята, будем заканчивать ролик. Надеюсь, вам понравится. Поставьте лайки, да, Санек? Давай, заключающее слово, и на этом закончим. В общем, сегодня такой ролик получился. Баночка варенья, баночка сока литрового. Сегодня идем по легкому пути, не усложняем задание. Да хрен узнается. Давай, говори, что хотел сказать. Чего хотел сказать? Санек! Не люблю я сладкость слишком, блин. Ты любишь очень горькое. Да. Червяка, там, опарыша, нахуй. Да, и водку запить, нахуй, бля. А если нормально не запивать водкой? Тогда пью. А? Тогда, говорит, пивом. Тогда пивом, бля. А если не пивом, а если ничем вообще? Коктейлем, бля. Если кофе, нахуй. Ну сейчас стоп, подожди. Если кофе, к примеру. Кофе. Весь тут без сахара, бля. Понятно. Давай, говори, прощайся с подписчиками, и на этом закончится, Снег. Давайте всем счастья и здоровья. Не ругайтесь. Ребята, в эту субботу, ну, если все получится, будет Стремчанский и с Саньком, и с Денисом, так что подходите, но это еще не точно, может быть, будет. Так, Санек, по поводу телефонов не хочешь обратиться? Может, тебе кто телефончик подгонит? Ребят, подгоните какой-нибудь телефончик, блядь, какой-нибудь любой нафиг, блин. Только... Ну не любой, но главное, чтобы вот с кнопками и звонил, ну, да, а то тебе подгонит это... сломанный нахуй. Да нет, чтобы звонил. Нет, сегодня, ребята, конкурс чисто для Санька, потому что я не планировал Дениса, я не знал, что будет Денис, нахуй, поэтому сегодня только для Санька. В общем, Денис, давай тоже помахай рукой, попрощайся. Всем пока. Ты, кто тебя хоть засадил, ты хоть скажешь? Да хрен узнает, ночью, ёлки. Понял, в замесе, да? Ну да, там втроём они хлопнули меня, нахуй. Втроём? Да, блядь. Я вообще, это еще нормально, это сколько уже прошло, Саша? Да хрена уже, да, наверное, недели, ну, полторы, да, наверное, прошло. Это вот сходит уже. Ой, какие у тебя туфли пиздатые, слышишь? Нет, такая модный хуйня была. Нахуй. Как, а? Модные нахуй, ёпки. Бля, туфли пиздатые, слышишь? Да лакированные, блядь. Это вот, Санька, ёпки, туфли. Какого? Ему тоже пизды дали, он в больнице лежит. А, друг твой? Ну да, знакомый. Понятно. Пиздец, вот тут вот снимаем ролики, смотри, какая тут свалка, блядь. Вот смотри, вот тут везде фандики, блядь, все нахуй навалено. Макдональдсы, хуёнальдсы. Чё тут только нет? Такое ощущение, да что, блядь... приезжают постоянно, то кофе пьют, ну, кто, блядь, бухают, то, блядь, ещё что-нибудь делают, блядь. Шлёпаются, да? Блядь, бывает и шлёпаются, наверное. Чё ты ехидно улыбаешься-то? Начал шлёпаться. Чё? Это... Знакомому моему выражению шлёпаться. Ладно. Но ты даже знаешь его. Ладно, бля, ебать, ты трясёшься от того, что тебе холодно или что? А хули ты одеваешься, как, блядь, распиздяй, нахуй? А потому что я есть распиздяй, нахуй. Так, на этой счастливой ночи мы закончим. Все, маши, Денис. Всем пока. Увидимся в ближайшее время. Может быть, завтра, если погода вот такая вот будет. Но ты готов. Да. Все, договорились. А ты готов? Почему? Ну ты, походу, купаться вряд ли будешь, с твоим организмом тебе вообще в воду уж не заходить, ты прям там и останешься, нахуй. Да-да-да. Ты тоже так думаешь? Ну там, если долго пробудешь... Да ему пиздец, мне кажется, ты, блядь, зимой, нахуй, не так, блядь, в воду заходил, блядь, вот в таком состоянии, как сейчас ты, блядь, находишься. Да ладно, я 1 декабря заходил, нахуй. Ну, заходил, когда, блядь? Не, он плавал 1 декабря. Когда? В том году? Нет, когда это, наверное, года 4 назад. О, год 4 назад, ты тогда не так жестко бухал, я. Да, года 3-4 назад. Поэтому. Мы на рыбалку поехали, короче. Поехали... На зимнюю, что ли? Нет, ну так, поехали сеточку кинуть, думаем, рыбки поймать, ну, там ушистые сделать. Взяли, что мы взяли? 3 литра пива мы взяли, да? И пузырь водки, короче. Да, он пузырь водки въебал, короче, пока мы плавали, бля, ёпта, перехожу, бля, на пляжу шмотки валяются, его нету. Машина открытая стоит. Бля, ебать, потом смотрю, охранники нахуй с фонарями, бля, светят, одна голова плавает, бля. Охуеть. Я Саня, с пьяну, Саня, что ли? А? С пьяну, ебать? Да, ёлки.
А, ты это, блядь, одна голова плавает. Не заболел? Нет, Саня, тишина, нахуй. Думаю, блядь, сейчас утонет. Бушлат успел только скинуть. Бушлат, да, я скинул, да, и в ватных штанах полез за ним. Бля, конечно, сейчас вот что-то реально вот холодно, блядь. Я не знаю, сколько сегодня градусов, не знаешь? Не знаю, ну так найти, посмотри. Ладно, короче, все, Саня, маши ручкой. Давай воздушный поцелуй какой-нибудь смачный. Муа! Всем хейтерам, да? Моего канала. Все, всем. Особенно девушку. Особенно девушку. Все, ребята, всем удачи, всем пока, до скорого. В ближайшее время, в ближайшие дни мы с вами увидимся. Все, прыгаем в машину, друзья.